Доброе утро, мои зрители, мои постоянные и непостоянные новые зрители канала. Сегодня утро доброе, на улице солнечно, морозец небольшой. А вечер был не очень добрым, вчерашний. Прозвучал мощный взрыв, даже мне показалось, что стены пошатнулись. Ну, оглушительный такой. Но сегодня утро доброе, слава Богу. Я сразу встала и подошла к своим работам, рисункам. Пью кофе. Вот смотрю на мои миниатюры. Вернее, это не миниатюра, но небольшая такая картинка. Небольшая, небольшая. Такой пейзаж. Может быть, чтобы убедить себя, что утро доброе все-таки, и день будет добрый, я смотрю на эти свои рисунки. Вот эта рисунка на будущую шкатулку. Уже она идет. Сережа мне дал ее залачить и кое-где тут. Кое-где тут чего-то тут убрать. Какая-то он увидел пятнышко, я. Или какую-то мазочек какой-то не в тему. И я убрала его. А, кстати, еще дорисовала девушку. По тропинке, которая пришла на берег. Сейчас почти каждую ночь спать ложусь где-то уже после 3. Потому что громко бывает. Поэтому лучше. Я уже вчера вообще легла после. Наверное, уже 3. Где-то полтора. Нет. После 2 легла. Вот. Утром проснулась. Налила чашечку кофе. И день начался. Мы живы. Мы живы, живы. И значит, все не лживо. Вот. Такая миниатюрка, вот которая тоже пойдет на шкатулку. Это все акрил. Вот эту я уже показывала где-то. Но это почему-то Сережа на шкатулку не берет, чего-то он ее на шкатулку не принимает. Не знаю. Так, что еще показать? Вот это подложечка будущей картины. Смотрите, вот так они возникают. Вот эта подложка, да? Видно, я палитру использовала. А вот это вот будущая картина. Тут пару штрихов поставить где-то. Вот тут я уже вижу берег моря. А если ее вот так повернуть, можно увидеть какой-то другой пейзаж какой-то. Из этой серии тоже. Ну, в принципе, как подойти к этому? Это акрил, да? Как подойти к этому? Если есть такая тема, что одним или двумя мазками обозначить какой-то пейзаж, чему-то тут добавить детальку, махонькую детальку, и все. Ну, как бы, если не ставить перед собой задачи там чего-то рисовать, какие-то пейзажи и технику какую-то выбирать. Сейчас я еще покажу. Вот смотрите, вот это. Смотрю на вот эту вот работу, да? Вот я уже вижу цветок в профиль. Вот этот вот. Типа гвоздики. Что тут добавится? Вот стоит передо мной эта вот миниатюрка на картоне. И все. И я не знаю, может, что-то из нее сделаю. Сейчас показываю еще заготовки. Кстати, я
задумала. А вот еще. Вот, из серии «А-ля Бато Джугашвили» или как Джугаржапов, я забыла, как его фамилия. Бато. Вот такой импрессионист. Ну, я не старалась. Ну, это просто для меня это подложка. Я еще ее буду прорисовывать. Вот такая. Или вот такая. Вот. В общем, люди, которые хотят видеть от меня живопись какую-то реалистичную, а-ля Шишкина или а-ля Репина, это не тот канал. Вы зашли не туда. Да, не туда. Здесь рисунки. Вот этот рисунок я вообще очень быстро нарисовала. Ну, буквально за 20 или 15 минут. Очень быстро. Что касается живописи, да. Вот эти вот картонки, я их называю, картонки. Я собираю их вот такие вот. Пакетики. Вот такой пакетик собираю. Вот такой вот. Так. Потом у них есть еще такие ящички такие картонные, где я могу их хранить. Так, что тут у меня еще? И да, и еще у меня возник. А вот я вам покажу. Сейчас я покажу. Вот эта, которая мне очень нравится. Вот это прям вообще огонь. Сейчас я вам покажу. Заготовки. Новые заготовки. Вот я сейчас буду выкладывать. Это акрил. Акрил, покрытый матовым лаком. Матовым. Смотрите, какие мне Сережа дал вот такие заготовочки. Это я хотела делать метафорические карты. И, может быть, и сделаю. Или вот, допустим, смотрите, что можно с этого сделать. Вот уже, ну, такая вот заготовка, видите? Краска. А вот так еще. Вот так еще. Интереснее так. Ну, это все из серии заготовок. Вот. Вот берешь материал, да, и он сам о себе говорит что-то. Вот такая текстура у него. Цвет подложки такой, да. Это остатки из паспорту. Вот повезло мне, да, что у меня столько много материала. Остатки с паспорту. Вот, интересный, кстати, такой нейтральный цветик. Желтый. Вот, смотрите, как-то уже бодрячком, да, мы в день ступаем. Бодрячком. Бодрое-бодрое утречко, да? Вот. Как бы эгрегор войны мы и всего злого, плохого мы стараемся, и жесткого, жестокого, безумного мы стараемся. Я стараюсь в первую очередь для себя самое. Ну, а если вы хотите погреться у этого теплого цветного утра моего, пожалуйста. Возможно, говорят, что добро побеждает зло. Ну вот будем как-то так побеждать. Как можем. Вот интересная подложка такая, да? Вот мягкая такая вот. Наверное, здесь что-то будет такое. Летний луг или летние цветы, или летний пейзаж. Вот такие мои. Тут еще у меня есть... У меня, ой-ой-ой, сколько у меня есть множество мотивов работать. Вот. И причин работать. Кстати, вот была у меня мечта метафорические карты, да. Вот, пожалуйста. Вот буду вам гадать на метафорических картах.
Короче, успокаивает, творчество успокаивает. К нам в мастерскую приходят несколько девочек, ну, девочек, да, взросленьких девочек, очень молодых, взросленьких девочек, можно так выразиться, да? Вот они вышивают. И вчера принесла работу мастерица «Дети и море». Она говорит, я вечером сижу, вышиваю, только этим спасаюсь. Только этим спасаюсь. Вот, так что... Ну и покажу вам еще, кто пьет кофе, пейте, кто смотрит, смотрите, кто не подписался, подписывайтесь. Вам всем привет из Покровска, Украина. Вот, поддержите меня лайками дружескими. И сейчас я вам покажу, вот это я подставляю неспроста. Неспроста, сейчас что-то будет. Вот, сейчас, смотрите. Не выходила я в эфир, ну не выходила, потому что просто не было никаких сил выходить в эфир. Смотрите, вот такие вот рисую я миниатюры. На вот таких вот рифлёных... А, ну это рифлёная. А, нет, на картонах. Есть, которые рифлёные. Вот я сейчас покажу её такую. Вот это из такой подложки рифлёной из паспорту. Вот так. Вот почти 12 минут... Я с вами разговариваю в эфире. Вот смотрите, опять же, здесь все на цвете держится, да? Ну, вот такие вот, смотрите, это вы тоже можете рисовать, а можете просто смотреть. Так, а где тут у меня еще было? Ага. Вот такие. Это самые последние мои. Самые мои последние из серии цветов. Вот. Ну, что мы видим? Мы видим миниатюру, да? Она совсем маленькая. Ну, вот если сравнить, я вам сейчас покажу. Что вам показать? Очки, вот. Да? Вот. Она совсем манюсенькая. А, или вот монетка. Да, вот она. Вот. Ну, не знаю, это такой вот как бы релакс цветом. Вот честно сказать, я когда вот сейчас эфир начала, вообще было настроение никакое. Пообщалась с красками, побыла в диалоге с вами, в диалоге, в монологе и в диалоге. Я думаю, что у нас будет диалог, то есть обратная связь будет. Вы ответите мне. Кто посмотрел, вы ответите мне обязательно. Вот, поэтому и уже стало легче. И уже стало легче на душе. Вот эта вот мрачность какая-то, унылость уходит. Сегодня очень солнечное утро, такое мягкое, нежное. Что бы ни происходило, мы все равно в себе мы носим целый мир. И как бы этот мир извне не нарушался, как бы он не разрушался, чем более стойкими и защищенными мы будем внутри, внутри своего мира, так его украсим, цветами украсим, картинами украсим, пусть миниатюрками такими, да? Каждый украшает по-своему свой мир. Мы будем более стойкими, выносливыми. Более стойкими, выносливыми. Находитесь рядом с людьми, которые...
более стрессоустойчивые, которые излучают, которые излучают уверенность в завтрашнем и в сегодняшнем, которые настаивают на том, что завтра будет обязательно, и все это пройдет. Вот, потому что только этим мы сильны и будем держаться, не тонуть, держаться на плаву. Вот как лодочка на этой миниатюрке. Да? Вот лодочка держится, не тонет. И все еще будет у нас хорошего. Поскольку, ну что ждать хорошего? Ведь можно вот так вот, это называется тоже ждать хорошего. Надо жить сейчас, вот то, что есть, вот то, что есть. Радоваться и благодарить за каждую секунду небеса за то, что мы есть, за то, что мы здесь, за то, что мы проснулись, за то, что на столе есть кусочек хлеба, соль, сахар, за то, что элементарные какие-то вещи, дрова в печке там, за то, что есть еще какой-то уголь, топить печку, за то, что и топить душу свою, греть свою душу, за то, что гуманитарку дают в коробочке, там есть такой там, ну, крупа, вкусное маслечко. Вот эти вот простые радости. За то, что Бог тебя создал и дал силы жить. Ну, может быть, как-то сумбурна моя речь. За то, что если, как вчера, мощный взрыв прогремел, и ты услышала шаткость этого мира, ты не успела даже ничего почувствовать. Вздрогнул мир от грома, а я сидела возле печки. Я даже не успела испугаться. Ну как, потом так вздохнула глубоко. Это оцепенение как-то отпустила. А потом мне пришла смс-ка от моего приятеля с такими добрыми стихами, смешными такими, шуточными. И я подумала, о, класс, мы живы. Мы живы, мы живы, значит, все не лживо, а все достоверно и оправдано. Вот такой, значит, период, надо все это принимать, все это принимать и радоваться тому, что есть. Вот такое утро у нас получилось. Кто согласен со мной, кто созвучен моим мыслям, оставьте комментарии. Кто задержался и смотрел мои миниатюры, которые вот сейчас заполонили. Да, кстати, я еще хочу сказать, что вот портреты, да, портреты. Целый месяц уже нету заказов на портреты, и слава Богу. Казалось бы, да, портреты – это, ну, как бы поддержка материальная, все. Но я, надо, допустим, там, да, ой, нету портретов, нету заказов, как жить, как жить. А с другой стороны, освободилось время, и вот эта вот вынужденная пауза в работе дает возможность пересмотреть свою жизнь, заняться каким-то материальным своим миром, бытовым,
стать просто женщиной, которая там какой-то уголочек свой уберет, наведет порядок где-то. Вот пусть не на большой, на каком-то своем уголке, хотя бы на своем рабочем столе. Краски к краскам, карандаши к карандашам, мысли к мыслям хорошим. В общем, миленькие мои, держимся. Держимся. Обязательно держимся. Поэтому вот эти все вынужденные паузы и вынужденные наши испытания. Будем стойкими, выдержим эти испытания. Выдержим обязательно. Вот. И я за огонь в душе, за огонь в печи. За созидание, за умиротворение, за благоденствие на земле и в душе. Пока. Хорошего дня всем людям.